А вот у нас и Вадим Коровин. Коровин, что произошло? Скажи, пожалуйста. Вадим, что произошло? Можешь сказать? Я припарковал машину на официальной мэрской парковке в разрешенном месте, а сейчас меня потребовали убрать машину. Вот это вот сотрудник сломал тебя? Майор, да. Вот этот майор мне завернул руку. Был такой значительный хруст. Сломал. Ну, в общем... А самокат что? Самокат сам покатайся тебе. Я, возьми самокат, пожалуйста. Возьми самокат. Хорошо, отлично. А теперь передай, пожалуйста. Ты его видишь, на нем это вещдок. Я хочу, на какой вещдок? На нем вещдок. Петух, что ли, блин? Чё так подошли? Отходите с проезжей части. Это проезжая часть. Я пройдите, этот, журналист, туда. Я имею право ходить. Ваши журналистские документы. С собой нету. Тогда отойдите, пожалуйста, на проезжую часть. Да, 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 конечно. А как руки ломать, так нормально все, да? И как люди тут у вас по проезжей части ходят, тоже нормально, да? Красавцы, чё. Садисты, блядь.